телеканал «Россия» пригласит на голубой огонек в новогоднюю ночь военных, вернувшихся с Украины. Блядь, представляю, какие там будут военные, да, там, конечно, актеры в основном будут, да. Особенно если военных такие, без корней, на утюгах туда заедут, на голубой огонек, будет смешно. Ведущими будут Басков, Ангелина Вовк, а также актриса Татьяна Веденеева. Вот вы знаете, это полностью мои юношеские мечты разрушают. Да, а Татьяна Веденеева мне так нравилась, когда я был юношей. Ну, совсем в таком раннем периоде, когда у меня еще не было девочек. Ну, в смысле, были такие, но как бы это было не очень серьезно. И у меня была мечта, чтобы девочки мои были похожи на Татьяну Веденееву. Я прям грезил. А тут, видите, ну, такая гадость, блядь, просто противно. Сразу же все, как я, помните, разбил мечты Андрея 74 относительно этой итальянской-то актрисы, господи, которая в «Укрощении строптивого» играет, как и... Которая к Путину ездила там на вечеринке. Да, и он очень возненавидел ее за это. Вот так, так и здесь. Там будет, значит, Пахмутова, елки-палки, кому не пропасть. Башмет, Зацепин, Лев Лещенко, Басков, Киркоров, Билан, Газманов, Расторгуев, ладно, не сдох еще, Лариса Долина, Жасмин, Буйнов, Розенбаум, Стас Михайлов, Харатьян, Валерия, Пелагея, Дюжев, Гагарина, Зара, Крутой, Пресняков, Верник, Подольская, Медведева, Сюткин, Гусева, Алсу, Ваенга, Игорь Николаев, Куценко, Павлиашвили, Стас Пьеха, Воробьев, дискотека «Авария», «Земляне» и «Белорусские песниры», бля. Представляете, какой? Люди просто подписываются в, так скажем, ну, понятно, на Индигирку с Колымой, вот они там на пляже будут развлекать остатки путинских чертей. Вот представьте, как можно себе некролог испортить. Ну, ладно, там молодые, которые башкой не соображают, у них только деньги, а взрослые люди, вот, у них, наверное, есть представление о том, что это делать не надо. Да, но они почему-то это делают. И пытаются еще на двух стульях усидеть. Вот Розенбаум заявил, что не считает уехавшего из России и выступившего против войны Макаревича предателем. И я бы никогда не поступил так, как он, но предателем его совершенно точно не считаю. То есть и там, между струек хочет пройти. Нельзя пройти между струек, когда идет гражданская война. Так что этим людям... И говорит, им будет очень стыдно. Стыдно-то ладно, и может быть очень больно. Вот в чем дело. А стыдно-то это похеру, ему псы в глаза, божья роса. Ему может быть очень больно, я уверен, что так и будет. Вот, по крайней мере, Симонян точно. Она поблагодарила Путина и сказала, спасибо вам за то, что вы мочите людоедов. Представляете, какая мразота, каких людоедов. О чем? То есть сказать нечего, говорят всякую пургу. За что-то надо поблагодарить Путина. Спасибо, да, за то, что нам так весело. Жуть. Как раз наоборот, взрослые тупее молодых. Бывает и так. Бывает и укупник наш. Да, ведь укупник туда не полез. Укупник с нами. Да, очень хорошо.